Какова практика лечения полипа в желчном пузыре? Точно не капень, так как на УЗИ виден питающий его сосуд. Также есть полипы в желудке. Все это сопровождается пищевой непереносимостью. Ну вот я как раз только что говорила, что желчный пузырь у нас очень жестко связан с печенью по китайской методике, да. И это прежде всего связано с повышенной эмоциональностью, с повышенной гневливостью, да. Поэтому здесь я бы рекомендовала, во-первых, именно новый энерджи, гармония, защита, энергия для того, чтобы убрать проблемы. Во-вторых, на АП две программы, основные программы, это первая базовая и четвертая базовая. И, конечно же, на ритме программу здоровья и здоровый день, потому что вам нужно восстанавливать и кишечник, вам нужно убирать нервную составляющую, и вашему организму необходима энергия. Потому что любые полипы, любые новообразования – это прежде всего токсическая нагрузка. Поэтому пищевая непереносимость обычно возникает, как я говорю, сверху. Сначала повышается кислотность в желудке, потом нарушается желчеотделение, и потом, как следствие, кислая еда, не загашенная щелочью желчного пузыря, поступает в кишечник, тем самым вызывая раздражение слизистой в нашем кишечнике. Поэтому нормализовать нам нашу работу кишечника нужно сверху, начиная с желудка. Поэтому из деликсиров это обязательно pH, чтобы у вас убрать эту непереносимость, и коллаген для восстановления слизистых, для восстановления сосудов.